Не просто же так мы купили. Гуляй, сука, я тут. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакция на Мамикса. Как-то я пропустил его видос, а он, блин, так-то крутой. Это Мамикс и Кока-Кола, как по-другому. 1000 литров колы против Ментоса. Это уже третья часть. Вторая и первая была сколько лет назад? 4? Я не помню. Ой, это было очень давно. Это было в самом начале карьеры Мамикса, скажем так. А давай смотреть, будет очень интересно. Понимаете, они сейчас будут работать со своими ошибками, а потом будет 10 тысяч литров колы. Ё-моё, за это все с колой, да? Ну да. Жесть, вы просто гляньте. Обалдеть. Пипец, как это придется разгружать, просто. Это очень долго. Кстати, зеро они взяли. Почему зеро? Почему не сахаром? Зеро лучше пенится? Капец, ну тут, конечно, было денег потрачено хорошо, хорошо. Блин, ну уже интересно, что будет 10 тысяч литров колы. Понимаешь, сейчас мы ждем пока 1000, да? Вы думаете, что да. Здесь 10 тысяч литров колы? Нет, здесь на 1000 больше. Она нам нужна для того, чтобы провести сегодня последний тест механизмов на миниатюре 1000 литров колы. Окей. И если механизм на этой конструкции сработает, то тогда вслед за 1000 литров колы мы сделаем 10 тысяч литров колы. Блин, ждем. А это у нас по-любому получится. Ну, не просто же так мы купили. Гуляй, сука, я тут. 10 тысяч литров колы. А что внизу еще? Понимаете, 10 тысяч. Просто охренеть. Какой-то уксус или что это? Это стоит все. Огромных денег. Реально огромных денег. Это стоит дорого. Очень сколько дорого. Сколько конкретно вы узнаете в ролике про 10 тысяч литров? На самом деле вы можете просто посмотреть, ну, 2-литровые бутылки, как бы поделить на 2 и умножить на цену бутылки в магазине. Вот и посчитайте, посчитайте. Колы. Но знаете, ребят, самое главное. Я даже... делается все только ради вас. Мамикс молодец. Все делает ради подписчиков. Красавчик. Поставлю ему лайк. Правильно. И подпишусь на канал. И О. Ведь где же я еще смогу посмотреть такие крутые и масштабные эксперименты, если не у него на канале? Поэтому, я думаю, вы знаете, что вам нужно делать. А я знаю, что нужно делать мне. И даже более того, знаю, как это делать. И я вам прямо сейчас короче, это покажу. А я вам скажу, сколько это все стоит. 11 тысяч бутылок колы. По 2 литра, то есть, ой, точнее 11 тысяч, 5,5 тысяч бутылок по 2 литра, это получается 11 тысяч литров колы, если что. Получается 275 тысяч рублей, где-то вот так. Ну, слушайте, дорого, но я честно думал, что будет дороже. Как будет дороже. Мы сделаем сегодня фонтан 1000 литров колы? На первый взгляд эксперимент может показаться максимально простым и даже более того, глупым. Да, возможно, в чем-то я с вами соглашусь. Особо мысленного посыла в этом эксперименте нет. Но науке все-таки приложить сюда чуть-чуть пришлось. Ну, я на самом деле не знаю, сколько стоит бутылка колы. Я считал по украинским ценам, сколько стоит бутылка 2-литровой колы. У меня вышло столько. Скорее всего, она у вас стоит где-то 350 бы тысяч стоило бы, потому что вам там дороже кола. Чтобы эксперимент реализовать максимально просто и с минимальным количеством костылей. Ведь все-таки погрузить сюда колу в нужный момент, вот прям когда надо, это не так просто. Придумывалось буквально 1000 различных способов, как ее туда засунуть. От того, что внутри бочки будет сидеть человек и разбрасывать воду в нужный момент, до того, что мешок с бочкой нужно будет взорвать динамитом. И сода разлетится по всей бочке. Ну, конечно же, все эти способы вот эти вот замороченные, это все хрень собачья, потому что, ну, инженерия это все-таки наука, как... из чего-то сложного сделать максимально простое. Ну так да. Вот, мы все-таки изловчились и придумали максимально простой и эффективный механизм,
который вроде как работает. Мы взяли металлическую бочку и прикрепили наверх металлическую трубу. Внутри этой бочки мы должны поместить соду. Ну а чтобы она не выпала раньше времени, мы прицепляем такой поддон с заушиной, к которой привязываем веревку. Далее ее пропускаем через трубу и заводим через импровизированный блок. Далее веревку натягиваем и завязываем у основания металлической бочки. Сода не высыпется. И всю эту конструкцию мы прицепляем уже к пластиковой бочке. А, ну прикольно сделано. Мы отрезаем веревку. Сода падает, начинается реакция, вот это все бурлит, фонтан идет. Надеюсь. Вот. Короче, конструкцию проще придумать просто невозможно. Слушайте, ну если мы уже сделали конструкцию, мы в ней так уверены, почему бы нам прямо сейчас не отправиться в поле и ее не протестировать в действии, а? Пойдемте. Ух, интересно, интересно, что будет. Блин, а столько, это сколько времени на эту колу заливать? Это очень запаристо. Уксус. Зачем им уксус? Реально. Для чего нужен уксус? Это интересно. С уксусом какая-то загадка. Они будут его пить вместо кока-колы. Уксус нельзя пить. Я просто заранее скажу всем, что нельзя. Не надо. Тут довольно много уксуса. Кстати говоря, наливать колу мы будем новым способом, который гораздо аккуратней. Мы решили взять маленькую бочку. Далее мы отрезаем у бутылки горлышко и аккуратно ее переворачиваем внутри маленькой бочки. Так, чтобы она меньше билась о поверхность и выпускала минимум газов. Смотрите, так она выливается из горлышка, а так она выливается новым способом. Ну да, и во-первых, оно мне кажется, даже быстрее будет. Заметно. Теперь по наполнению берем бочку, подносим ее к основной бочке, ее там принимают. Ух, сок, самое стрёмное, что здесь нужно делать все очень быстро и при этом очень аккуратно. Это несовместимые вещи. Совершенно. Ну это сложно, да. Ну да, зато он сейчас натренируется заодно. Человек там коли купается, нормально чисто. За кого ты купался в газированных напитках? А он так щипит ножки, наверное. Блю-блю-блю. Прикольно. Пока все ребята наполняют колу, я вспомнил про уксус. Без него вообще никак нельзя. И желательно его налить не в самом конце, чтобы реакция была лучше. Чтобы вы понимали, когда кола слегка выветривается, реакция ухудшается. Ну, смотрите, это логично, в принципе. Так реагирует бутылка свежей колы. Угу. А так реагирует кола, из которой вышло немного газов. Блин, в больше, чем в два раза хуже. Так реагирует кола, из которой вышло немножко газов, но мы добавили в нее уксус. О, ну слушайте... Ну нормально, реально усиливает. Точно такой же эксперимент мы провели и с чистым уксусом. Как вы видите, реакции почти нет. Уксус – это лишь дополнительный реактив, но никак не основной. Поэтому в нашей бочке он должен занимать максимум 10%. Интересно, интересно. Даже не подумал бы, что так, что-то так как-то влияет. Если честно, ребят, у меня ощущение, что кола ни хрена не будет реагировать, потому что она уже не пенится вообще. Ну там надо довольно быстро же выветривается. Пока ее зальешься, блин. Колы осталось налить уже очень мало. Поэтому я хочу подготовить конструкцию для соды, чтобы не делать это в самый последний момент. Блин, напряженненько, слушайте. Вроде же чепуха по факту занимается. Ну, это прикольно, забавно, но по факту бесполезно. Просто это зрелищно. Но интересно, блин. Вот как вы думаете, ребят, волнуюсь ли я? Конечно же нет. Я уверен во всем, я уверен в конструкции, я уверен в том, что все получится. Но волнуюсь.
Нет. Мне очень страшно. Да, так обидно. У меня сердечко так бьется. Если все пойдет с ним так. Мне срочно нужен Карвалол. Еще побольше. Побольше. Ну что, ребят, мы наполнили бочку до конца. Это максимум, который возможен. И выглядит так, как будто она не будет реагировать, потому что она какая-то уже вся достаточно спокойная. И я взял стрёмно. Кусочек соды. А ну-ка. Маленький-маленький. Давайте посмотрим. Мне кажется, будет еще. Реагирует она хоть чуть-чуть или нет? Должна. Не, ну слушайте. Реакция есть. Что-то реагирует. Что-то есть. У нас есть хоть какие-то шансы. Ребят, давайте, накрывайте ее. Все. Поднажми, поднажми. Блин, интересная конструкция. Ага, не затягивают его, чтобы герметично все было. Все готовы смотреть на это? Сейчас будет позабавно, снять и бочку просто разорвет. Мне осталась самая ответственная часть, это просто отрезать ниточку. Раз! Два! А ну-ка. Ух ты, ё! Блядь, как... Воооо, ну это эпично. Сюда огромный фонтан получился так-то. Ай, блин, видите, весь напор ушел, в основном еще по бокам. Видите, сразу фонтан вверх пошел слабее. Ну, смотрите, гляньте, ну, как красиво, гляньте, как цветочек. Выглядит, на самом деле, тоже красиво, сверху особенно. Но... Произошла проблема. Не выдержал. Я почти был рядом, когда сказал, сейчас будет смешно, если бочку разорвет. Не разорвало, но, как понимаю, сорвало сцепление с этой. Потому что она сгибается, все-таки это пластик. Очень сильно. Блин, обидно. От огромного давления. Гляньте, как ее распирать начало. Пена начала искать более простой способ выхода. Пластиковую бочку в некоторых местах даже немножечко разорвало. Жесть. Будь она металлическая, все было бы по-другому. Весь герметик соскочил, вот просто это герметик. Ну да, просто. И что удивительное, она до сих пор реагирует. Значит, нужно больше соды. А, то есть еще и больше соды ладно. Можно. Мы поняли еще раз свои ошибки, и мы сделаем... Еще все? Одну попытку. А, не, еще не все, гляньте. То есть они сейчас будут делать прошло попытку еще одну? Пару дней. Ничего себе, ну это круто, то есть у них 5000 литров кола осталось, придется им еще 1000 литров кола покупать. И мы исправили эту проблему, ужас. Просто взяв металлическую бочку, а все остальные принципы мы оставили прежними. Я же правильно посчитал? Мне кажется, я неправильно посчитал. Почему так мало выходит? 10 тысяч, это 5500. У меня, знаешь, кола стоит там 20 гривен, ну плюс-минус. Не, правильно посчитал, все. Все, я правильно посчитал, думал. Наконец-то! Вторая попытка! Мы уже сейчас ставим соду на колу и запускаем. Окей, ну вот раз металлическая бочка, мне кажется, будет даже намного лучше. Даже вертолеты летают из-за этого. Во, ну они еще и покрасились, смотрите, как красивенько сразу. Чуть видели, чуть соды выступалось. Но я думаю, это не критично. Наступил вот этот вот момент. Подойду такой. Неожиданно для всех. О, я просто анти отрежу. Вот будет круто, да? Не очень. Ни хрена. Никто не снимет ничего. Я сейчас своим. А вдруг я не отрежу? Ну ладно. Страшно. Раз! Далеко не отходи. Раз! Два! Три. Чего тянуть, да, правильно? Сейчас просто по-быстрому бахну, все. Раз, два, три, все. Раз, два, три. Раз, два, три. Ненавижу это число. Раз, два, три. 123. 123! Ух ты, ё. Ну все, смотрим. Да, я не знаю, бочка прошатнулась аж.
ты! Ой-ой-ой! Ну вот у нас еще выше, что ли? Ну почти до, блин, дрона добило! Господи, бедный дрон! Как хорошо, что не стоял в эпицентре! Да, выше дрона, вы гляньте, с ума сойти! Но этот он реально здоровый вышел. Ну офигенно, конечно. Ну да, сразу было металлическую бочку убрать. Ну это дрон страшно. Круто. Это, конечно, очень классно. Но вы знаете, как это эпично на самом деле? Это самый большой в мире фонтан! Знаете, как он долго бьет? Он до сих пор идет, понимаешь это? Это радость. Я понимаю, как детская радость. Это по-другому. Ну это круто очень. Ну, я боюсь писать, что будет при 10 тысячах колы. Это даже с ума сойти будет. Вот это да, это более-менее такой неплохой фонтан, как бы. Ну так, чисто по лайту. 10 тысяч литров колы. Это будет что-то гораздо грандиознее. Что-то будет гораздо грандиознее. Ок, я очень надеюсь, что у них все выйдет на 10 тысячах. В следующем видеоролике. Да, 10 тысяч не будет такой. Ну, не получилось, попробуем еще раз. Такой еще только минус 300 тысяч рублей. Типа. У нас квартиру можно купить за 100 с чем-то тысяч гривен. Ну, круто. На самом деле, очень круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Перейдите, посмотрите ролик еще сами. Перейдите, поставьте лайк, напишите комментарий, потому что Мамикс очень старался. Это очень крутое видео, очень необычное. Извиняюсь, что я его так задержал, но так получилось. Ну, что поделать, Ну, очень круто, очень эпично. Я жду 10 тысяч литров колы. Это, знаете, будет такая грандиозная точка, потому что Мамикс там ушел очень долго, получается, сколько уже времени прошло с первых экспериментов с этой Кока-Колой. Круто. Опять же, ссылка в описании, если вам нравятся мои реакции, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик, это было бы очень круто, это очень помогло бы моему каналу. Также у меня есть спонсорская подписка, если хотите, можете меня поддержать, если не хотите, можете не поддерживать, тут как вам захочется. А так, всем удачки, всем пока.